комментируют ее, уходят в армию, идут в храм, то есть да. Какие-то этапы в жизни, которые являются важными, да. Люди так или иначе ищут помощи, на самом деле поддержки где-то вот откуда-то, да, может быть, они искренне и не являются верующими людьми, но вот как бы на себя надейся, а пойду и еще где-то закрепление такое, да? Сказала, душа, она в любом случае христианка. Поэтому я вот предлагаю сейчас нам не останавливаться на этом круглом столе. Сейчас это только такое вот начало. Причем я так поняла, что хорошее начало, потому что здесь ни одного такого, хотя вот не знаю, как у нас к этому Дмитрий, он тоже у него есть своя, наверное, гражданская позиция, но он о ней в статье напишет. Вот. Я думаю, что... Последнее слово. Нет, я предлагаю на самом деле продолжить. И нам вот такой вот открытый урок, чтобы мы посмотрели и изучили, или, возможно, хотя бы даже коснулись, да, нам в ближайшее время запланировать. А потом далее, вот у меня, Людмила Николаевна, предложение уже вот о том, чтобы это было не до уроков, не на больших переменах, а внутри, если да, учебную программу мы принимаем, то 10-я школа потом, возможно, я так думаю, Ирина Николаевна, вам придется не один открытый урок.